Всем добро пожаловать на очередной пак-опенинг, открыватель наборов, называйте как хотите, я называю это просто коробочки. Давайте откроем очередную коробочку под номером 10, юбилейная. Она нам, я думаю, должна принести что-то стоящее хотя бы. Все-таки юбилей как-никак. Итак, дубликат. Ну да, юбилейное открытие получилось что-то не очень. Я надеялся, что выпадет какая-то пушечка. Эх, жалко, конечно, но ничего, в следующих паках мы обязательно найдем пушку какую-нибудь. Это я вам обещаю.